Папа, что для тебя главное в жизни? Справедливость и правда. Честная жизнь. Защита слабых и бедных. И любовь к твоей маме. А Кеннон говорит, что главное — сокрушать врагов и слышать, как стенают их женщины. Мы не варвары, сын. Мы Меджаи. Апис — бог-бык. Символ силы фараона. Каждый год... Назад, зверюга! Прекрати! Кто-нибудь! Сюда! На помощь! Спасибо, странник! Я уж и не ждал, что кто-то придет ко мне на помощь. Этот зверь явно хотел отомстить мне за мое ремесло. Ты кого-то ищешь? Твоя жена сказала, что тебе нужен охотник. Да, да. Спрос большой, а сырья мало. Если добудешь то, что мне нужно, я щедро тебе заплачу. Я знаю, это опасное дело. Что тебе нужно? Добудь уши гиен, крокодильи яйца и черепа грифов. Для чего тебе черепа грифов? Их довольно часто покупают жрицы Исиды. Для украшений. Ну-ка, покажи, что принес. Все, о чем ты просил. О, да, так, так. Выглядят прилично. То, что нужно. Возьми. Город. Но он стал полем боя. Могилой. Господин. Смеешь обвинять меня, трус? Это... Мы точно вспомнили все части ритуала? Уймись уже, наконец. Не сомневайся. Если умрет наше дитя, я тоже. Нет, мой лотос, не говори об этом. Я отправляюсь к дому провидца. Не трогай меня.
Жрец. А, Баек, ты прости, я... Я ищу ящерицу. О, ящерицу? Еще одно несчастье Мемфиса. Город стонет под тяжестью проклятия. Болезнь, гниение, тлетворное зловоние. Бык Апис болен, он умирает. Боги нас покинули. Люди ждут от меня помощи, но я и сам брожу во тьме. Паш! Апис, что же мы сделали не так? Паш! Проклятье коснулось и моей семьи. В этом году трое наших детей погибли еще до родов. Жена опять на сносях, но если умрет и этот... Я займусь этим проклятием. Нам поможет провидец. Его дом на юго-западе. Если это воля богов, я приму их наказание рядом с тобой. Так, нужно найти дом провидца. Так, совсем рядом, совсем близко. Находится. О, как. Расти же, свет! Приди же, свет! Мое дитя! Наконец ты пришел! Кто это такой? Это Избавитель. Долгие годы я ждал его. Что? Ты спаси мое дитя от верной смерти. Давайте начнем ритуал. Принеси мне котел. Я повелитель того, что скрыто. Бесплотный дух, что парит в вышине. Я слуга великого бога, что дарует чудесный свет. Я верный спутник пламени, чьи уста пылают огнем. Быстрее, воин, котел! Я повелитель того, что скрыто. Бесплотный дух, что парит в вышине. Я слуга великого... Отис, сегодня я взываю к тебе. Ответь мне, ничего не скрывая. Пусть твои глаза увидят. Лишенный влаги, да выйдет сюда. Сотис, да откроются их глаза. Да откроются твои глаза.
Надеюсь, Сена цела. Что это за проклятое место? Кто это там? Что это? Вроде гробница? Нужно идти, или я сгину в песках. Так оказался в таком месте. Мне нужно идти на свет. Нужно идти, или я сгину в песках. Можно даже ускориться, а нет. Да, можно. Так, куда дальше? На свет. А где же здесь свет? Нужно идти, или я сгину в песках. Так, идем, идем уже. Иду. Свет. Так. Сейчас. Пожиратель душ. Так. Угу. Выжил живой. Так, ну, о, нужно. Вы вечные стражи, что хранят врата. Те, кто пожирают души мертвых и поедают их тела. Я долго шел сюда. Я повидал многое. И теперь я один из вас. Молодец. Ух ты. Весы. Правосудие или что там? Суда. Так, все нормально. Нет! Даже очень. Так. Что, главное выжить, скорее всего. Бежать. Побежали. Анубис, царь мертвых! Может, старик меня отравил? Да! Так! Яд!
Так, я так понимаю, его нужно как-то ликвидировать. Слушай, говоря. Ты не сожрёшь мое сердце! Он какой-то бессмертный, что ли? Я не понимаю. А! Сейчас он должен... Блин, еще каким-то ядом там. Так Апоп уязвим. Уязвим. Я тот, кто прогонит разрушителя. Молодец. Ра, защити! Мерси. Так, а если его... сабли не будет, а меча нет. Ну тогда сейчас... Стой. Из лука. Я беру свой лук и пускаю стрелу в небо. Угу. Ибо я тот, кто вяжет узлы и хранит святилище. Кадры засветили, что вообще. Ну давай сюда. Вернись в море хаоса! Отравленные стрелы. Мне нужны. Познай ярость бога солнца! Апоп разрушит дуат. Поищу твердую... Вернись в море хаоса! Я не отправлюсь в долину тьмы! Пожиратель. Вот тебе пожиратель. То, что от него осталось, скорее всего. Так, ну теперь он должен что, выплыть? Где-то мы находимся где-то. Красиво, конечно. Подсвечиваются цветы. Прошел через гробницу, через тьму и мрак. И вот я здесь. Я пришел. Я убью скорпиона из лука.
Они вернулись, спаслись от того, кто призывает тьму. Мой ребенок жив. Хвала богам. Что ты видишь? У вас с ней один и тот же враг. Не ешь пищу из храма. Готовящий ее травит твое чрево плотью мертвых. Иди, убей отравителя. Избавь Мемфис от его черных дел. Хвала тому, кто спасет всех нас. Так вот, выжил. Поговорите с... Господи, хотел сказать. Маска ящерицы. Поговорите... С Тахом, с этим. Так, с этим не надо, наверное. Сейчас пошли. Поговорим. Совсем рядом, скорее всего. Ая! Угу. Так, Ая здесь тоже казалось... Нужное время. Как ты? Как же я рад тебя видеть. Что-то странное есть в твоем взгляде. Что мучит тебя? Сны. О сыне. Байк. Жену верховного жреца отравили. Провидец считает, что ее отравил наш враг. Ящерица? Думаю, да. Жизнь быка Аписа тоже висит на волоске. Отправимся в храм. По пути сможем поговорить о твоих снах. Идем, возьмем лодку, так быстрей. Ну, расскажи, каково это быть Меджаем всего Египта? Порой это все равно, что следить за муравейником. Но я рад помогать людям. Я тоже. И рада, что служу царице. Говорила с верховным жрецом? Да. Рассказала о прибытии царицы. Она едет в Мемфис? Да. Изгнанница возвращается в сердце Египта. Это насторожит Птолемея. Как я счастлива тебя видеть, Байк. А я. Только ты еще греешь мое сердце. Будь рядом со мной. Но я обязана служить царице. А как же мы? Наши узы прочны. Но мы оба видели, что сделал Орден. Мы можем бороться плечом к плечу. Я обещала царице. Почему она так важна для тебя? Она поднимает мой взор к небу. Я буду помнить о нашей утрате. Вечно. Но я должна создать мир, далекий от бед и скорби, чтобы ни одна мать никогда не страдала так, как страдала я. Я убью ящерицу и... Когда ты убьешь ящерицу, я покину Мемфис. И я за тобой. Поохотимся так же, как раньше. Ты говорил, что твой разум тревожит сны. Хочешь о них рассказать? Нет. К чему тебе тревоги? Но когда-нибудь мы поговорим о них. Позже, когда все уляжется. Когда все уляжется. И когда же? Скоро, надеюсь. Сама, Саад. Ахер Геру? О! Хет Нефер.
чего начнем? Пойди осмотри храм, а я поговорю со жрицами. Конечно. Грязная работа мне. Эй, ты кормишь быка? Нет. Этими делами занимаются жрицы-близнецы. Не знаешь, где хранят его корм? Вон в том доме, возле лестницы. Но его закрыли неделю назад, когда бык заболел. Спасибо. Бык мог заболеть, отравившись кормом. Но наверняка я не знаю. Нужно еще зацепки. Приветствую, о сестры Осириса. Давно вы служите в этом храме? Пища для быка. Остальная, наверное, в этом сарае. Пашарин Птах велел проверять воду для быка. Подношение для быка. Не опасно. Твоя шкура потеряла блеск сияющий. И бока исхудали. Дай, Хатор, тебе сил. Подношение для быка. Пища для быка. Остальная, наверное, в этом сарае. Эй, ты кормишь быка? Нет. Этими делами занимаются жрицы-близнецы. Не знаешь, где хранят его корм? Вон в том доме, возле лестницы. Но его закрыли неделю назад, когда бык заболел. Спасибо. Бык мог заболеть, отравившись кормом. Но наверняка я не знаю. Нужно еще зацепки. Лучший выход насквозь. Косточки. Отцовская скотина от них дохла. Нужно обыскать место, где хранится корм. Я найду тебя, отравитель. Пища для быка. Остальная, наверное, в этом... Так, сарай открылся. Косточки. Сам себе. Если быка Аписа кормили ими, ясно, почему он болен. Получается, быка перекормили. Я помню, на одной из жриц было похожее. Посмотрим, может, у второй нет украшения. Конечно, на шее. Конечно, давайте посмотрим, может быть, а может и нет. Так. Прыжок веры не надо было здесь. Тут еще и цели, сокровища всякие. Нифига себе прыгнул. Это да. Ничего. Здесь целый этот питомник. Змеиный. Подожди.
Змеи одни. Блин. Прямо в огонь. Земле. Это, видимо... Так. Кажется, все нашел, обошел. Что мог, собрал. Дальше нужно. Я служу Клеопатре. Так, и она... я... Хитрый способ отравить животное. Сестры, я уверена, это случайность. Одна, может, но не Бушель. Мы спасали Панкрата! А? Кого? Нашего брата! Злодеи похитили его, когда мы зашли на рынок. Они велели нам отравить бога. Грозили скормить брата крокодилом, если... С тех пор мы не можем сомкнуть глаз. Мне так жаль. Но как иначе? Мы бы... Что-то не так. Это не проклятие. Это явно дело рук Ордена. Иди в храм Хатор без меня. Я не могу оставить жриц. Ну, мы с Нио Джерианг. Дороги! И порвем. Обыскать тут все. Живыми им не уйти. Но! Хайе! Decision gerecht. Но! Хнум мы с Нио Джерианг? Но! You're a bit innocent! Мои сестры ждут моего возвращения. А меня девки в таверне дожидаются. Но их сегодня тоже никто не ощущает.